Спектакль «Сказка из ничего», «Мой Дадыр», «Три поросенка» и «Сказка о золотой овечке и добром пастушке» подготовили актеры Камрадского театра как на русском языке, так и на гагаузском. Марафон был посвящен их профессиональному празднику – Дню театра, сообщил директор Денис Пынтя. Дети лучше, больше ходят на детские мероприятия и приводят с собой родителей, и еще больше родителей узнают, что такое театр. И мы подготавливаем почву для взрослых спектаклей. Детям нравится, и мы решили сделать марафон сказок, чтобы целый день дети, кто-то может рано просыпаться, кто-то позже, кто-то куда-то уезжает, но чтобы каждый ребенок смог попасть как минимум на одну сказку в нашем театре. Состав музыкально-драматического театра невелик, поэтому некоторые актеры за один показ успевают перевоплотиться в несколько образов. Об этом рассказал актер Сергей Арнаут. 10:00 у нас был первый показ. В этой сказке я играл собачку. Мы решили сделать такую сказку, сказка, которая называется «Из ничего», для того, чтобы каждый ребенок дома мог сам для себя придумать и сыграть свои личные сказки. Я играю «Мой Дадыра», играю «Папу Мыша». Также мы вместе с моей коллегой Мариной Манджул танцуем с одеялом, с подушкой. В общем, делаем так, чтобы детям было интересно. Следующая сказка, в которой я играю пастуха, тоже очень интересная сказка. Самое главное, что она на гагаузском языке. Сказка «Из ничего» запомнилась маленьким зрителям необычной подачей, ведь они сами могли принять в ней участие, помогая актерам с героями и именами для них. Мне очень нравится Камрадский театр. Шарик. 27 марта ежегодно отмечается Всемирный день театра. Камрадский музыкально-драматический театр ежегодно проводит спектакли, приуроченные к этой дате. Мария Статова, Вячеслав Кыса, Мария Казаку, Новости ГРТ.